Добрый день, меня зовут Павел Сабуров, я являюсь старшим специалистом по маркетингу компании Goodyear. Сегодня мы с вами поговорим о летнем ассортименте шин 2022 года, в числе которых новинки Eagle F1 Asymmetric 6 и Eagle Sport 2. Компания The Goodyear Tire and Rubber Company является одним из крупнейших мировых производителей шин, одним из лидеров шинной отрасли. Наша компания была основана в 1898 году Фрэнком Зейберлингом и названа в честь основателя процесса вулканизации Чарльза Гудьера. В начале 20 века мы создали первую в мире заменяемую шину, далее стали выпускать шину для первого в мире серийного массового автомобиля марки Ford T. В 1934 году нами была выпущена шина с технологией LifeGuard. Это предшественник актуальной технология Run on Flat, которая тоже является разработкой Goodyear, выпущенной в 2005 году. На наших шинах был установлен рекорд скорости на земле в 1965 году 600 миль в час. В 1971 году наши шины были установлены на луноход, который, соответственно, побывал на Луне. В 1985 году мы заключили контракт с корпорацией Boeing и стали выпускать шины для коммерческого воздушного транспорта. Помимо этого, хотелось бы отметить, что наш бренд тесно связан с гоночными сериями. В частности, на наших шинах было установлено более 350 побед в гонках Формулы-1. Если говорить о более новой истории, наша компания сыграла важнейшую роль в 2012 году во внедрении евроэтикетки, то есть это лейбл, который клеится на шину, и благодаря которому конечный потребитель получает полную информацию о приобретаемом продукте. Мы разработали большое количество технологий, которые задают тренды индустрии, в частности технологии Active Braking, 3D Beast Technology, Sound Comfort, SealTech и так далее. Помимо этого, хочется отметить, что компания Goodyear инвестирует достаточно много ресурсов в всевозможные концепты будущего, в частности, шина Oxygen, внутри которой произрастает натуральный мох, и задумка такая, что данная шина будет очищать окружающую атмосферу. Шины для летающих автомобилей, автомобилей будущего, ну, надеемся, что сможем увидеть когда-нибудь, как эти концепты работают и показывают себя в деле. И очень важный момент случился в 2019 году. Мы вернулись в автоспорт. На данный момент мы являемся партнером, шинным поставщиком большинства основных европейских гоночных серий, такие как Le Mans 24, PUETCR, гонки на электромобилях, гонки серии Endurance, гонки на выносливость, WTCR и так далее. То есть автомобили оснащены шинами Goodyear, форма пилотов брендирована, трансляции ведутся с нашего знаменитого дирижабля, и наши шины таким образом могут продемонстрировать свои высочайшие характеристики на максимальных скоростях. Итак, начнем с новинки лета 2022 в сегменте сверхвысокоскоростных шин, модель Eagle F1 Asymmetric 6. Данная модель представлена в посадочных диаметрах от 17 до 22. Шина универсальная, то есть она адаптируется под различные стили вождения, под различные дорожные покрытия. Благодаря технологии Dry Contact Plus пятно контакта адаптируется к стилю вождения, и на постоянной основе площадь контакта остается максимальной, благодаря чему улучшаются показатели ускорения, торможения как на мокрой, так и на сухой дороге. Помимо этого, благодаря технологии Wet Braking Pro в значительной степени сокращается тормозной путь, благодаря тому, что состав резиновой смеси в необходимой мере эластичен, и таким образом более эффективно повторяется профиль дорожного полотна, то есть происходит так называемый эффект адгезии, благодаря чему, соответственно, шина имеет усиленный эффект прилипания, можно сказать, к дороге, и уровень сцепления, управляемости, торможения остается на высочайшем уровне. Помимо этого, шина адаптирована под требования электромобилей, так как демонстрирует высокий акустический комфорт и низкий уровень сопротивления качению, то есть экономится таким образом электроэнергия, что очень важно, скажем, в Европе, где принят закон, согласно которому к 2030 году все автомобили должны быть оборудованы электроприводом. Но данные преимущества также необходимы и для стандартных автомобилей, то есть акустический комфорт и топливная эффективность благодаря низкому уровню сопротивления качению. И, соответственно, так как данная шина соответствует всем этим требованиям, ее можно назвать абсолютно универсальной шиной. По результатам тестов, которые проводились во французском Меривале в размере 225-45-17 на 8-м гольфе,
новая шина Eagle F1 Asymmetric 6 превзошла показатели торможения на мокрой сухой дороге, управляемости на мокрой дороге и сопротивление качению, превзошла показатели предшественника модели Eagle F1 Asymmetric 5 и основных конкурентов на 5% в среднем. Следующая новинка – Eagle Sport 2. Представлена она в 15-16 посадочном диаметре. Обратите внимание на полностью обновленный дизайн протектора и, что немаловажно, на полностью обновленный дизайн боковины. То есть боковина выглядит более премиально, выглядит так же, как остальные модели Goodyear новейшего поколения. Помимо этого, характеристики данной шины стали еще более сбалансированными благодаря обновленному составу резиновой смеси. Благодаря обновленным материалам конструкции шина демонстрирует еще большую ходимость, то есть справляется с всевозможными неровностями дорожного покрытия. Шина надежная, прочная и должна прослужить вам длительный период времени. Помимо этого, при высоких скоростях данная шина имеет свойство снижать уровень вибрации, благодаря чему поездка становится безопасной и комфортной. Перейдем к нашей флагманской линейке спортивных шин Eagle F1 Super Sport. Данная шина спроектирована на той же технологической базе, которая позволила нам выиграть более 350 гонок Формулы-1 и 15 гонок серии Le Mans. Линейка Eagle F1 Super Sport состоит из трех продуктов. Super Sport – это шина, которая предназначена для дорог общего пользования, но устанавливаются они преимущественно на спортивные автомобили, такие прокачанные версии. Технология Dual Plus является основополагающей в данном продукте. Представляет она из себя два вида резиновой смеси, то есть центральная зона протектора выполнена из более мягкой резиновой смеси, которая отвечает за эффективное торможение, ускорение при движении по прямой. А резиновая смесь в плечевых зонах более жесткая, и она отвечает за эффективное маневрирование при движении на высоких скоростях, в поворотах и так далее. Модель Eagle F1 Super Sport R демонстрирует свои наилучшие характеристики как на дорогах общего пользования, так и на гоночном треке. Глубина протектора ниже. Представлена технология Powerline Cover, то есть это специальный подпротекторный слой, который создает более эффективное соединение каркаса и протектора для более точной передачи тяговых сил, ну и таким образом снижается степень деформации при экстремальных нагрузках, что необходимо для шин сегмента ультра-ультра high performance. И модель Eagle F1 Super Sport RS – это уже 100% спортивная шина, предназначена для гоночного трека, имеет неглубокий протектор. Те же самые технологии представлены, плюс автоспортивная резиновая смесь Race Pro, и благодаря данным шинам можно устанавливать рекорды скорости прохождения круга. Перейдем к нашей премиальной линейке всесезонных шин семейства Vector 4 Seasons Generation 3. Данная шина была признана шиной номер один в Европе в сегменте всесезонных шин в 2020 году, а компания Goodyear стала производителем номер один в Европе в сегменте всесезонных шин по результатам исследований авторитетного издательства Autobild. И в целом, согласно результатам тестов, проведенных с 2013 по 2020 год, линейка Vector заняла наибольшее количество призовых мест и по сравнению с любой другой всесезонной шиной, это говорит о высочайшем качестве данного продукта. Если сравнивать с предыдущим поколением, с Vector 4 Seasons Generation 2, то здесь мы видим значительные изменения. Обновлен состав резиновой смеси, благодаря чему при минусовых температурах шина остается в необходимой степени эластичной. Большое количество ламелей на протекторе мы видим перпендикулярных. И блоки протектора имеют способность немного раскрываться для более эффективного захвата снега и для создания увеличенного количества кромок зацепления с дорогой. Соответственно, обеспечивает сокращенный тормозной путь, более эффективную управляемость, ускорение на мокрой дороге в зимний период времени. То, что касается температурного диапазона, когда можно, в принципе, использовать всесезонные шины, пожалуй, это где-то до минус 7 градусов, поэтому для дорог высокого качества, которые регулярно убирают, помимо этого, для южных регионов России данная шина вполне подойдет, и ее можно и с точки зрения характеристик, и с точки зрения законодательства полноценно называть всесезонной, так как на боковине присутствует маркировка «Снежинка три горных пика».
Еще один интересный момент. Внутри канавок присутствуют специальные каналы каплевидной формы, благодаря чему влага в пятне контакта распределяется по протектору равномерно и выводится через открытые плечевые зоны, и таким образом снижается риск аквапланирования. Данный показатель на 14% выше по сравнению с предшественником, по сравнению с линейкой Vector 4 Seasons Generation 2. От лица компании Goodyear желаю вам ровных дорог и незабываемых путешествий. С вами был Павел Сабуров, специально для Колесо.ру. Пока!